Меня зовут Серегин Дмитрий, я фельдшер скорой медицинской помощи и председатель независимого профсоюза действия в городе Орле. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, почему фельдшеры решили объявить итальянскую забастовку и на данный момент какое состояние ее? Причин несколько, но это системная проблема. Надо понимать, что это происходит на самом деле практически во всех регионах, когда нагрузки на скорую помощь резко вырастают без увеличения заработной платы. В нашем случае произошла ситуация, когда городскую скорую помощь объединили со скорой помощью Орловского района, да, сельской. И теперь городская скорая помощь обслуживает сельских жителей вот, Орловской области. Однако никаких доплат не произошло. То есть фактически увеличилось количество населения, обслуживаемое на 70 тысяч человек. То есть, соответственно, увеличилась дальность вызова, увеличилась продолжительность вызова. Там где-то вас вообще невозможно проехать, приходится нести человека долгое время. То есть нагрузки увеличились, за это никаких доплат не было введено. Более того, у нас и до этого был кадровый голод, а после присоединения вот этой Плещеевской ЦРБ, которая обслуживала Орловский район, нагрузка, получается, еще выросла, и кадровый голод только усилился. Это работа от этого напряжение, вызовов больше, и не все бригады укомплектованы. Хотя район – это дополнительные проблемы нахождения места вызова, так как машины, ну, спецавтомобили скорой помощи не все оборудованы навигаторами, приходится работать личными какими-то навигаторами, у кого есть, у кого нет, вот звоним, спрашиваем, то есть опять же дополнительные сложности. Итальянская забастовка – это такое словосочетание, да, фактически это работа строго по правилам. То есть строго по правилам, без переработок, без дополнительных каких-то смен и так далее. Мы решили пойти на этот шаг, чтобы продемонстрировать, первое, это заработную плату, сколько реально на ставку получает сотрудник скорой помощи. Ставка это сколько, ну, это примерно 160 часов в месяц, 40-часовая, ну, там, 39-часовая рабочая неделя, только сколько зарабатывает в среднем, вернее, сколько работает в среднем, например, офисный работник, 8-часовой рабочий день, 5 дней в неделю. Вот, это является одна ставка. Ну, скажу по себе, я сейчас вот ушел на ставку, причине начавшейся итальянской забастовки. Значит, ну, здесь, работая на ставку, ну, приблизительно получаем 17-18 тысяч, с учетом различных категорий, выслуги лет. Вот, можно, конечно, взять больше, там, ставку 25, ставку 75. Будешь и получать, конечно, больше, но... Грубо говоря, до 30 тысяч, 25, может. У кого, еще раз повторю, зависит от стажа, от выслуги. В Москве же тоже, по информации наших сотрудников, которые туда уехали, мы с ними поддерживаем связь, от 75 до 120. То есть, ну, представляете разницу. Вот, соответственно, это и влечет. Плюс здесь они получают, зарабатывают до категории по возможности, кто-то и не ждет, и туда едут. Я зарабатываю со стажем из категории на одну ставку около 20 тысяч рублей. Сколько зарабатывает специалист без стажа и без категории, ну, я думаю, что значительно меньше, ну, незначительно, но 16-17 тысяч, наверное, 18 получается. Естественно, на эти деньги невозможно ни прокормить семью, я даже сомневаюсь, что на эти деньги возможно прокормить себя, учитывая, что коммунальные платежи, покушать тоже хочется. Ну, насколько мне известно, была проверка, которая, в принципе, изначально, то есть, особо каких-то там нарушений не нашла. После того, как узнал президент о нашей ситуации, Владимир Владимирович, была еще одна проверка, но вот она сейчас идет. Но уже по неофициальной информации мне известно, что найдены некоторые нарушения. Какие нарушения, пока не сообщается, но вот ждем результатов, и по этим результатам уже будем дальше
думать, как нам поступать. И, ну, мы беседовали с прокурором и договорились до того, что не будем отказываться от вызовов неукомплектованной бригаде. То есть мы сейчас выезжаем на вызова, но уйдем на ставку. То есть для того, чтобы, ну, хотя бы как-то нас не забывали. Потому что число начала итальянской забастовки, ну, если так можно назвать, это как бы наше право работать по закону, уйти на ставку, да, то есть оно было назначено раньше, чем вот началась вот эта последняя проверка. Поэтому как бы из-за этого она как бы вот началась, а забастовка уже шла. Угу. Вот. Потому она пока и продолжается. Мы ждем результатов проверки. Вот, в результате чего мы сначала писали письма на имя губернатора, на имя руководителя здравоохранения Орловской области, вот, и другие инстанции, но, к сожалению, это все было тщетно. Нам сказали, ну, поскольку вы находитесь в городе Орле, ваша станция базируется, то сельские льготы вам по закону не положено, а там они получали 25% к окладу сельских льгот. После чего мы какое-то время бились-бились, пытались найти, поговорить с властью. И приезжал к нам руководитель департамента здравоохранения, господин Залогин. Но точек соприкосновения никаких мы не нашли, потому что как бы желания никакого помогать у него нет. Ответ один – денег нет. Соответственно, если нет денег, вы что хотите, хоть делайте, все равно вам не доплатят. Поэтому мы решили организовать независимый профсоюз, узнали о том, что есть профсоюз действия, связались с руководителем и потом вступили в него. Теперь у нас здесь ячейка независимого профсоюза действия, как бы, и мы отстаиваем свои права. Многие мои сотрудники и коллеги вынуждены работать практически на две ставки, на 1,75, чтобы хоть какие-то деньги зарабатывать. Вот, и мы решили уйти на ставку. Я и четверо моих коллег, это правком как раз таки профсоюза действия. Увеличение зоны обслуживания прибавилось, а доплаты и дополнительные какие-то договоры с нами заключены не были. Вот. Хотя вот мы как бы, одно из наших требований, это доплата 25% за часы работы, которые мы проводим в районе, то есть в зонах сельской местности, в зонах загрязнение по результатам аварии Чернобыльской АЭС. Вот. Ну и, соответственно, каких-то доплат. Хотя бы для того, чтобы молодые сотрудники наши не покидали нас, не уезжали в Москву, проработав у нас год, два, а то и меньше. Так как заработная плата в разы, в несколько раз отличается. И в итоге люди просто вынуждены работать на полторы, на две ставки. А у меня коллега, у нее двое детей, да, там она мать-одиночка, она кормит двух детей. Она работает на 1,75 ставки. А это график, чтобы вы понимали, 24 часа она работает, 12 часов она отдыхает, и потом опять она в ночь выходит на работу. И 48 часов 36 она работает. Вот примерно на таком уровне люди работают, чтобы заработать хоть какие-то деньги, там 30-32 тысячи рублей, чтобы хоть на что-то хватало. Поэтому уже у людей, ну, элементарно кончилось терпение, и они хотят просто адекватный заработный плат. Вообще у нас в профсоюзе больше 30 человек здесь в Орле. Мы решили правкомом, потому что сейчас идут проверки прокуратуры, Росздравнадзора, Государственной инспекции труда, ну и других инстанций. По нашим публикациям мы сообщили в СМИ, это все растиражировалось, показывали федеральные СМИ. Наша СМС даже дошла Путину на прямую линию, поэтому как бы немножко пошли с подвижкой, но в данный момент ситуация идет проверки, скажем. Поэтому мы не стали в полную силу объявлять итальянскую забастовку, да, то есть нашей целью не стоит там навредить какому-то количеству людей там или еще что-то, наша цель стоит именно привлечь внимание и показать, какие реально заработные платы на скорую помощь. Нужно понимать, что неукомплектованные бригады в составе одного фельдшера, да, происходят, потому что нет людей, некому работать, то есть машины стоят, на них некому работать элементарно, некому работать, потому что мало того, что профессия довольно сложная и экстренная такая, можно сказать, с перегрузками, так еще она низкооплачиваемая, поэтому мало кто, скажем так, изъявляет желание у нас работать.
Когда ты работаешь один, во-первых, это намного тяжелее, потому что в бригаде минимум должно быть 2 человека, согласно приказу Минздрава, да, и во всех мировых стандартах оказания скорой помощи должно быть 2 человека. Яркий пример – реанимационное мероприятие. То есть невозможно, в принципе, провести реанимацию в составе одного фельдшера. То есть один фельдшер максимум, что может сделать, это не прямой массаж сердца. У него нет времени колоть уколы, у него нет времени производить искусственную вентиляцию легких и так далее. То есть он может просто 30 минут качать человека и констатировать его смерть в итоге. К сожалению, так случается. Все это по причине того, что не хватает элементарно рабочих рук. А рабочих рук не хватает из-за низкой заработной платы. Все связано, как бы, при повышении заработной платы логично, что улучшается качество медицинского обслуживания и так далее. Я так понимаю, что так называемая система оптимизации здравоохранения, она призвана прежде всего экономить средства. Ну а раз мы сокращаем расходы на здравоохранение, мы получаем вот такой не очень хороший результат. Вот эта проблема. Плюс различные вот сейчас вот с присоединением района непонятные ситуации с больными, имеющие расстройства психиатрические. Вот опять же, если мы приезжаем на вызов, вот как нам говорят, вы должны сначала оценить обстановку. Если больной опасен для себя и для окружающих, вы знаете, смотря, что у него там за состояние, мы можем просто сами пострадать. А нам говорят, вот вы приехали, вы должны уже тогда потом вызвать на себя полицию. То есть заранее туда полицию почему-то послать нельзя. То есть, а иногда люди уже говорят, что там у него какое-то расстройство. То есть по его поведению, то есть, ну как, диспетчер же принимает вызов, уже что-то понятно. Не первый раз люди работают тоже на диспетчерском. Вот. И психиатрическая бригада специализированная, она у нас одна в Орле. Но она не выезжает в район, она работает только по городу. То есть с этим тоже вопросом как-то надо поступить. То есть опять все на асфальт. А если, извини меня, ладно, там я приеду. А если девчонка приедет какая-нибудь, вот, недавно работает, она вообще может не сразу понять, что с человеком, что у нее психическое расстройство. Просто ввиду неопытности какой-то. Проблем на самом деле куча. Если начинать по порядку, то первое, наверное, одному фельдшеру гораздо опаснее находиться на вызове, чем вдвоем. Элементарно, даже если учитывая то, что большинство сотрудников скорой помощи – это девушки. И когда девушки работают в одно лицо, она приезжает в какой-нибудь притон к наркоманам, где все неадекватные, и у них может быть еще какое-то оружие в руках. А они знают, например, что у нее с собой есть сильнодействующие препараты, да, и такие были случаи, нападали и отнимали препараты, и слава богу, если там человек не пострадает. И были случаи, когда закрывали в квартирах, пытались там изнасиловать, были случаи, когда нападали с топором. Вот у меня коллега есть, девушка, 27 лет, она приехала на вызов, на нее напал мужчина с топором в неадекватном состоянии. Ей повезло просто, что там в доме еще кто-то был из родственников, и он просто ее впустил к себе в частный дом, и она успела забежать, и топор просто проломил дверь деревянную, сила удара такая была. Это помимо всего прочего, такие вызова, как действительно переноска больных, особенно тяжелых больных, где требуется быстрая эвакуация, да, счет идет там даже не на часы, а на минуты, то есть надо как можно быстрее человека доставить в больницу. Но если мы работаем в одно лицо, получается, что кому носить, если, например, это частный сектор и ночь, да, прохожих нет, соседей там нет, никто не открывает дверь, еще что-то. У нас есть такая возможность, как бы, звонить в МЧС, но МЧС приезжает только, когда больной больше 120 килограмм весит. Если он меньше 120 килограмм весит, да, то как хочешь, так и решай свои вопросы. А если вызовешь другую бригаду на подмогу, то получишь штраф в денежном эквиваленте. Со штрафами тоже значительно. То есть система ОМС построена таким образом, что страховые компании выгодно оштрафовать медицинскую организацию за, например, не полностью заполненную документацию. Да? И получается такая ситуация, на самом деле, очень циничная и трагичная, когда, например, я приехал, спас человека, да, но не успел ввиду занятости, руки у меня были заняты, да, написать карту так, как положено, да, оформить ее в должном виде.
И в итоге медицинскую организацию страховая штрафует за эту карту, а сама организация штрафует меня. То есть я вроде бы спас человека, но получил там минус 2000 рублей. Вот примерно такая ситуация складывается. Вот. В Орле нет ни одной реанимационной бригады. Есть одна педиатрическая бригада раз в четверо суток на весь город Орел и Орловский район. То есть это 385 тысяч человек. Всего на скорой помощи города Орла работает 12 врачей на весь город и Орловский район. Неукомплект около 60% врачами, и неукомплект фельдшерами порядка 30-40%. Соответственно, страдают обычные люди от того, что элементарно не могут получить в полном объеме помощь. Мой коллега приехал, он вызвал на себя врачебную бригаду, но врачебная бригада была поблизости только центральной станции, а он находился в одном из районов города, отдаленных, можно сказать. В этом районе должна была дежурить врачебная станция, но ее там нет. Врачебная бригада, простите. Но ее там нет, потому что нет врача. Вот и все. То есть к нему поехала бригада, она доехала к нему через 15 минут. Он один ничего не мог сделать, он отойти от человека не может, да. И позвать кого-то на помощь, чтобы там сумку какую-то дополнительно принесли с оборудованием, тоже не может, никто его не слышит. Вот такая ситуация, на самом деле, печально, трагично складывается. Все это, оно не началось сегодня, вот я работаю уже 7 лет. И я вижу постоянно деградацию службы скорой медицинской помощи. Я вижу, что спецбригады уничтожены, я вижу, что врачебная бригада, их и так не хватает, да, врачей на город, фельдшеров тоже не хватает. Получается, оптимизация каким образом происходит? Вот есть, вернее, была спецбригада реанимационная. В ней состоял врач и два опытных фельдшера. То есть это те люди, которые приезжают на вызов, и они сработались, там 10 лет вместе работают. Они способны друг друга без слов понимать, каждого свои функции. Они выполняют свою работу четко, даже не переговариваясь, они прекрасно знают свою работу. Что берут? Берут двух фельдшеров опытных, отсоединяют от врача, и к врачу присоединяют медсестру. Получилось три бригады. Вот она оптимизация.